Глаз Господеннего, да кропие благое, придите, примите все, духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явшегося Христа. Несть вот освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вот возвращает струи, владыку зря крещайма. Яко человек на реку пришел Иси Христе царю, и рабские крещения прияти чишися, блаже, от притечеву руку. Грех наших, грех ради наших человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ко гласу вопиющего пустыню готовите путь Господень, пришел Иси Господи. Зрак раби прием, крещение прося, не ведай греха. Видишь тебя воды убоявшися, трепетен бысь предтеча и возопи глаголя. Как просветит светильник света, как руку положит раб на владыку. Освети меня и воды спаси, землей мира грех. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон. Так говорит Господь. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие кормил и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит и колени, язык немого будет петь, они ибо пробьются воды пустыни и в степи потоки. И превратится призрак вод в озере, и жаждущая земля в источнике вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их, они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон. Так говорит Господь, жаждущие идите всех к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и труд, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелям, дал народов, для народов вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святаго Израилева. Ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь,
но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с небес, с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, что для чего я послал его. Мудрость. Пророчество Исаии на чтение. Так говорит Господь. В радости будете почерпать воду из источника спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он содел великое. Да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израиля. Мудрость. Прокимен, глаз третий, Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюсь я. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюсь я. Господь, защититель живота моего, от кого устрашусь я. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Мудрость. Коринфянам послание святого апостола Павла, чтение. Вон мне. Братья, не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком. И все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Мир течущему. И духови твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз Господень на водах, Бог славы возгремеет, Господь на водах многих. Аллилуйя, аллилуйя, услышимся так Евангелие, мир всем. Вот Марка, святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мим. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Миром спасение душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, о благостоянии Святой Божьей Церкви и соединении всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О благотворении воздухов и изобилии плодов земных и временах мирных Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, стражущих, плененных, о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О, засветитесь водам сим силой, действием и наитием Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй.
О, еже нисходите на воды сия очистительным присущное Троице действу Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже дароватися им благодать и избавление, благословение Иорданову. Силою действием наитим Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сокрушитеся сатане под ногами нашими вскоре. И разоритесь всякому совету лукавому, движимому на нас, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Якода Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойно соделает обещанных благ, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, еже просветитесь нам просвещением разума и благочестия, наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже не спасати Господу Богу благословение Иорданово, освятите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже быть в Одессе освящение дару, грехов избавления, во исцеление души и тела и на всякую пользу, изрядно Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы же быть в Одессе, приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы же явитесь все отгнания всякого навета, видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Господи, помилуй. Очерживающих и явлющих и во освящение домов, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть и сей в очищение душ и телес, всем верою черплющим и причащающимся от нее, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сподобитесь нам, исполнитесь освящение вод сих причащением, невидимым явлением Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже услышите Господу Богу глас моления нас грешных и помилуйте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи Иисусе Христе, Единородный Сын и Сын, в недре Отчим, истинный Божий, источнище жизни и бессмертия, свет и от света, пришедший в мир, еже просветите его, озари нашу мысль святым Твоим Духом, и прими нас величество и благодарение себе приносящих, о еже от века дивных Твоих великодействий, и еже в последние веки спасительным Твоим смотрением, в нем же в наше немощное и нищее содействие смешение и работным мерам с нищедой, и же всех царю, ище и рабской рукою во Иордане креститесь, претерпил иси, да водные си свойствите безгрешне, пути сотвориши нам, еже водою и духом паки рождения, и к первому нас устроиши освобождению. Его же божественное таинство воспоминания празднующе, молим Тебе, Владыка, человека любче, воскропи на нас недостойно рабы Твоя, по божественному Твоему обещанию, воду чистую Твоего благоутробия дар, воеже над водою сею прошению нас грешных, благоприятным быть и Твоею благостью и благословению Твоему ею, нам же и всем верным людям Твоим, даровайтеся во славу святаго и поклоняемое Твоего имени. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Верийся, Господи, и чудно дела Твои, и ни наше слово довольно будет пению чудес Твоих. Верийся, Господи, и чудно дела Твои, и ни наше слово довольно будет пению чудес Твоих. Верийся, Господи, и чудно дела Твои, и ни наше слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты бо хотением от несущих во еже быть и приведи всяческое Твоею державой содержащей тварь, и Твоим промыслом строящий мир. Ты от четырех стихий, тварь сочинивающий Тыми временных рук лета, венчал Иси. Тебе трепещет умная вся сила, и Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды. Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны.
Тебе работают источницы, ты претерпел еси, ты простерл еси небо, якоже кожу, ты утвердил еси землю на водах, ты оградил еси море песком, ты ко дыханию воздуха излиял еси, ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются. Многочитые херувимы, шестикрылатые серафимы, окрест стоящие и облетающие, страхом неприступная слава твоя покрывается. Ты, во Бог, сы, неописанный, безначальный же и неизглаголанный. Пришел еси на землю зрак раба приим, подобие человечествам быв. Не потерпел еси, владыка, милосердия ради милости твоя, зрети, а дьявола мучимо рода человеческого. Но пришел еси и спас еси нас. Исповедуем благодать и проповедуем милость. Не таим благодеяния, естества нашего рода освободил еси. Девственно осветил еси утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя, явшегося. Ты, бо Бог наш, на земле явился еси, из человеки пожил еси. Ты иорданские струи осветил еси, с небесе не спаславы святаго Твоего духа и главы, там огнездящее сокрушил еси змея. Кто бы человеколюбче царю прийди, и ныне наитим святаго Твоего духа освети воду сию. Кто бы человеколюбче царю прийди, и ныне наитим святаго Твоего духа освети воду сию. Кто бы человеколюбче царю прийди, и ныне наитим святаго Твоего духа освети воду сию. И дашь ей благодать, избавление, благословение Иорданова. Сотвори ее нетление, источник освящения, дар, грехов разрешения, недугов исцеления, демонов губительную, сопротивным силам неприступно ангельские крепости исполнены, да все почерпающие и причащающиеся имеют ее к ощущению душ и телес во исцеление страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бы еси Бог наш, и живодою духом обновивый, обличавший грехом естество наше. Ты еси Бог наш, водою потопивый, приною грех. Ты еси Бог наш, и же морем освободивый от работы фараона Моисеем род еврейский. Ты бы еси Бог наш, разразивый камень в пустыне, и потекоша воды, и потоцы наводнишися, и жаждущие люди твоя насытивый. Ты еси Бог наш, и же водою и огнем, применивый Ильёю Израиля от прелести Ваалова. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Даже всем прикасающимся ею, причащающимся, мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, рабы Твоя, где предстоящиеся и молящиеся. Спаси и помилуй, Господи, высокопресвященнейшего митрополита Илариона, и сохрани их под кровом Твоим в мире, покори. И всех здесь предстоящие люди, Господи, спаси и сохрани их. И мир всем. И духа Твоего, и ваше, Господи, преклоните. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши нас, и же в Иордане креститесь из воли и освятивые воды. Благослови всех нас, и же преклонением Своя, вы, назнаменующиеся работное воображение, исподоби нас, исполнитесь освящение Твоего воды сия причащением. И да будет нам, Господи, во здравии души и тела, Ты бы и все освящение наше, Тебе славы и благодарение и поклонение посылаемся безначально Твоим Отцем и Спресвятым, благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, ради Тебе Бога свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известовавши Свои все утверждения, явлись о Христе Боже, имя просвещай, слава Тебе. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение,
родителю, благосвидетельствовавший тебе, возлюбленного этих сына именуя, и духом иди колубине, известовавши слове все утверждение, явлейся Христе Божием, и мир просвещен, слава тебе. О Иордане, причащайся тебе, Господи! Трое чистые явися в поклонение, ради тебе, Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух види голубине, известовавши слове все утверждение, явлейся Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе. Буду я сейчас пойду храпить. О Иордане, крещающийся тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителе Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух види голубине, известовавши свое все утверждение, явлейся Христе Боже, и не просвещай слава тебе. Господи, Троичествуйся поклонение. Богородицу тебя величаем. Слава тебе, Христе
Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Ныне креститесь и изволивает Иоанна нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш. Молитвами причистите своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, преподобных богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вы слышали в чтенных молитвах, когда говорит, вода сия будет во спасение, во исцеление только тем, кто с верой ее принимает. Да и все, что делается, все это делается только с верой. А без веры это будет обыкновенная вода. Она никакого действия не окажет, если нет веры. Придумали купаться, купается. И в этот день, говорит, если искупаешься где-то в проруби, то все грехи прощаются. Даже не прошедшие, а можно даже и будущее еще прощаются. Этого нет. Не прощается ничего. Вот прощается в крещении, когда таинство крещения совершается, и прощается тогда, когда человек истинно раскаивается, отрекается от сатаны и соединяется со Христом. Тогда прощаются грехи. А если приходит просто ради, говорится, какого-то обряда совершить, ну все так делают, чтобы, говорит, не болел, чтобы, говорит, было такое, приходит молодая девушка, а зачем ты креститься? Ну, живу на квартире, и бабушка сказала, если ты покрестишься, то жених у тебя муж будет, не пьяница. Тогда, если покрестишься. Ничего от этого не будет. Таинство, оно как бы было, но его на самом деле и не было. Потому что не было ни соединения со Христом, ни отрекания от сатаны, истинно, не на словах, а истинно. Не было ничего этого. Так и эта святая вода дается только, может оказывать действие спасительное только тогда, когда с верой его принимаем. Крестик носим на себе. При освящении крестика молитва-то, что-то послужит он, этот крестик. Во спасение, в защищение, только с верою на нем распятого Господа Иисуса Христа. А если нет этой веры, то это обыкновенно будет золотая, там золотой крестик или какой-то. Оно ничего не значит, если нет веры. А все только с верой. Это все нам дается вспоможение на пути спасения. Храни всех вас, Господь. Я вас всех похоротил, я больше не буду мочить. Подходите ко кресту. Иордане, поем все. Чаще, Господи, Твое чистое весе поклонение, правитель, Богоносите, чувствовавши Тебе, возлюбленного Отца Сына именуя, иду. В виде голубей, известновавши слове все утверждение, я в Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Твой Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троичествие и всепоклонение, родители Бога, свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, иду в виде голубине, известно ваше слове все утверждение, я в Христе Боже, имя просвещай, слава Тебе. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое имя поклонение, родитель, Бог, свидетельствовавший Тебе,
возлюбленного Тебя Сына именуя, и Дух Великого Любви, известовавший слови все убеждения, и облиться Христе Божием, имя просвещен слава Тебе. Следующая молитва в храме будет в субботу вечером и воскресенье утром. Храни вас всех, Господь, благословение на вас, того благодать и человека любим всегда на Христе, во веки веков. Праздником, Игнатий. Праздником. Спасибо. Есть. Сейчас наполним. Куда малое у меня делся? Вау, кочегарку убежал. Погасло, да? Нет, не ну все, я ухожу, да?